Привет, привет, братишка или сестренка. Поздравляю тебя со вступлением в самую заряженную команду, с принятием решения знатно, сильно, мощно прокачать свой Инстаграм и выйти на новый финансовый уровень. В этом видео я помогу тебе разобраться с первыми шагами, с первыми действиями, с тем, что тебе вообще нужно делать, куда ты попал после регистрации, после оплаты тарифа. Ты попадаешь на такой сайт, он стоп, таким образом он выглядит. Первое, что тебе нужно сделать, это пройти вот этот опросник. Ну, в общем, нажать на этот вопросительный знак. Ну, я думаю, тебе, в принципе, эта подсказка вылезет. Так или иначе, ты здесь все прощелкаешь, совсем ознакомишься, все это прочитаешь. Тебе... Да-да-да, я понял. Тебе сайт автоматически подскажет, поможет, где у тебя что находится. В общем, просто ознакомление. Пройти главное ознакомление. После этого самое важное, что тебе нужно сделать, это перейти в раздел задания. И в разделе задания первое. Подписаться на всех этих людей, то есть на всю свою спонсорскую линию, на людей, которых сервис тебе выдал, исходя из твоих же, опять же, интересов. Ну, один человек здесь эго, да? То есть, ну, у меня это, в принципе, основатель и топ, тортичек. Вот, то есть, первым делом подпишись на всех этих людей и после этого нажми «Проверить». Обязательно сначала подпишись, потом нажми, иначе сервис выдаст тебе нарушение, и ну, будет не очень хорошо. Не очень хорошо, впоследствии это скажется на твоем дальнейшем продвижении. После того, как ты подписался на всех этих людей, каждую неделю этим людям, этот список может периодически обновляться, да, тут какие-то люди могут меняться, если кто-то там будет терять активность, да, или просто не, ну, не будут, в общем, пользоваться сервисом, это нормально, да, то есть, если здесь будут появляться новые люди, просто будешь подписываться на новых людей, от старых там сможешь отписаться. Но я не думаю, что они здесь будут меняться очень часто, если вообще будут меняться, да, потому что тема сейчас на жестком хайпе. Вот. Второе, что тебе нужно делать, это первостепенное задание. Это выполнять регулярное задание. То есть здесь есть определенное видео, посмотришь его обязательно. У тебя есть точно также регулярное задание, которое состоит в том, чтобы под последними двумя постами вот этих всех людей написать два комментария. Два нормальных, живых, осознанных комментария, тематических. И на три последних их поста поставить лайки. То есть всего лишь 9 человек тебе нужно, грубо говоря, проходить каждую неделю, раз в неделю, для того, чтобы у тебя была активность, для того, чтобы тебя точно так же люди в твоей структуре постоянно комментировали и лайкали. У тебя росла активность в Инстаграме, и появлялись новые подписчики, росла аудитория, росла увлеченность, ну и чтобы Инстаграм тебя сам продвигал. То есть мы просто прямо отсюда, нажав на клик в Инстаграме, можем перейти, соответственно, на Инстаграм, вот к Антону, зайти на его три последние публикации. Вот, то есть я уже поставил здесь лайки. На трех последних публикациях поставить лайки, и на двух последних написать комментарии. Все. Максимально простой набор действий. Далее, после этого. Так. Сейчас вернемся. Еще бы научиться писать. После этого мы, в принципе, выполнили все свои стартовые действия, свои стартовые задания. После этого мы можем перейти в раздел продвижения и в разделе продвижения ознакомиться, соответственно, со статусами, которые у нас присутствуют и за какой статус что мы получаем. То есть это своего рода ну, некие достижения, квалификации. Да? То есть у каждого новичка по умолчанию статус beginner. То есть в статусе beginner он, в принципе, может просто формировать команду, ну и просматривать здесь информацию, особо больше ничего делать-то и не может. Чтобы получить следующий статус, да, то есть все статусы достигаются поэтапно, нельзя сразу перескочить, там, допустим, отсюда вот сюда, и это нормально. Чтобы получить статус warrior, следующий статус, ты можешь навестись на вопросик, да, или если ты с телефона пользуешься, нажать на вопросик и посмотреть, какие задания тебе необходимо выполнить. То есть в данном случае у нас пройти базовый курс обработка фото на телефоне, пройти обучение создания команды и пройти курс базовой информации об Инстаграм. То есть для того, чтобы получить второй статус, тебе нужно всего лишь пройти обучение, да, что в принципе для тебя несет какую-то объективную пользу. В этом разделе, во втором разделе обучения, мы выбираем просто нужный нам пункт, да, то есть знать всем базовую информацию в Инстаграм. Изучаем этот урок, и после того, как мы просмотрим все видео, изучим, нам поставится отметка в статусе, что мы выполнили это задание. Ну, точно так же находим в этих разделах остальные обучения, которые нам необходимы. Ну, и вот у вас тут есть также три задания, да, которые вам нужно выполнить для того, чтобы получить, допустим, следующий статус. Чтобы получить статус мастер, вам нужно три
партнера, три человека пригласить в команду лично и сделать так, чтобы они активировались. Сделать так, чтобы они оплатили сервис, да, то есть вот у меня уже 4 человека оплатили сервис, активировались, и после этого пройти обучение, ну, два обучения вам дадут следующий статус мастер. На следующем статусе мастер вы уже получаете бизнес-чат со всеми пользователями до второго уровня, то есть вы уже можете делать рассылки. Я сейчас не буду на этом акцентировать внимание, быстро пробежимся, чтобы у вас было краткое понимание, да, ликбез своего рода. Скидка вон за топ вы получаете до 10%, вернее 10%, да, на услуги. И далее у нас император, точно по такой же аналогии, 7 приглашенных, 7 оплат и задания. И, по-моему, 1500 подписчиков. Нет, здесь еще нету. Следующий статус – бизнесмен. Все то же самое, все максимально просто. Я думаю, здесь вы все можете, в принципе, изучить. Вот лорд. Здесь остановлюсь. Здесь вам нужно иметь 1500 живых подписчиков в Инстаграме. Именно живых. Какие-то там накрученные боты и так далее не подойдут. А дело в том, что пока вы будете продвигаться по этим статусам, у вас уже, да, у тебя уже появится какая-то аудитория, к тебе придут новые люди, у тебя вырастет активность в Инстаграме. И даже если у тебя, там, не знаю, ты начинал, когда ты только зашел в сервис, у тебя там 200-300 подписчиков, не переживай. А благодаря сервису у тебя количество живой аудитории будет расти, и я лично готов тебе буду помочь, да, с каким-то контент-планом, с обработкой фотографий и так далее, хотя есть у нас все в обучении, но тем не менее, готов буду помочь тебе с этими вопросами, чтобы ты делал себе качественный Инстаграм, у тебя появлялась новая и новая аудитория. И предпоследний статус топ. Статус топ нам дает возможность уже зарабатывать деньги. То есть нам нужно всего лишь 20 лично приглашенных, и за 20 лично приглашенных человек мы начинаем получать по 5% от оплат всех пользователей до 8 уровня непрерывно. То есть таким образом мы начинаем, помимо того, что мы прокачали свой Инстаграм, еще и зарабатывать деньги, причем зарабатывать очень неплохо со всей своей структуры. Ну и прочие возможности. У вас также появляется возможность создать собственный промокод со скидкой до 20%. И это очень сильный офер, да, триггер, благодаря которому, в принципе, можете еще лучше рекрутировать людей там, в свою первую линию, приглашать новых пользователей в наш сервис. И последний статус, он за топ. В принципе, можете сами почитать. 500 лично приглашенных действующих пользователей, которые оплатили хотя бы месячную подписку. Но что вы получаете, в принципе, вы, я думаю, можете сами почитать. То есть это индивидуальный подарок с доставкой на дом от компании On The Top. Членство в клубе On The Top. То есть это новое окружение, новое бизнес-окружение. Это закрытый чат. Последняя модель iPhone с гравировкой On The Top. Ну, это, в принципе, понятно. Бизнес-ассистент личный, да, бесплатная дебетовая карта. Ну и прочие плюшки. Очень, на самом деле, крутые плюшки, да, которые вы, в принципе, получаете со статусом On The Top. Получить этот статус, на самом деле, не так уж и сложно. То есть 500 лично приглашенных аккаунтов пользователей, это, в принципе, на самом-то деле не так уж и сложно. Да? Даже если у вас нет какого-то мощного Инстаграма, личного блога, там большого окружения и так далее, я лично буду давать со временем обучение по тому, как продвигаться и как минимум, как до статуса топ дойти там в первую неделю, в первые две недели и начать уже зарабатывать деньги. Поэтому, в принципе, на этом краткий ликбез, я думаю, окончен. Все, что хотел донести, донес, ну, по крайней мере, на данный момент. Думаю, ждите следующих видосов. Всем успешного продвижения, всем просто больших инстаграмов, если можно так выразиться, больших денег и нереальных результатов.